Две минуты до запуска. Внимание, все по местам. Генерал! Генерал, похоже, на борту шпион. Прикажете отложить запуск ракеты? Что? Шпион! Шпион на борту! Просто тебе не уйти. Что у тебя в кармане? Достать! У него бомба! Усо, это агент Би-Джей Блажкович. Разбудите директора. Скажите, что я должен встретиться с ним как можно скорее. Лондон, английское подразделение управления секретных операций. Кабинет директора. Агент Блажкович, входите. Вы успешно справились с заданием на Тирпице. Пустили его ко дну. Спасибо. Меня больше волнует найденный медальон. Нас тоже. С ним работают лучшие наши специалисты. Есть результаты? Немного, но есть от чего оттолкнуться. Медальон служил символом загадочной секты, поклонявшейся некоему черному солнцу. Они погибли в результате катаклизма, и за столетия о них успели забыть. Несколько десятков лет назад тулийское общество возродило этот символ. В число этих оккультистов входят высокопоставленные нацисты. Из подразделения паранормальных исследований СС. Разумеется, но еще интереснее кристаллы, сокрытые в медальоне. Их можно найти только в одной точке планеты. В немецком городе Айзенштадте. Мы вышли на связь с бойцами сопротивления, кружком Крейсау. Они располагают интересными данными. Генерал Виктор Цетта, восходящая звезда тайного подразделения Гиммлера. Последние несколько недель он проводит операцию в Айзенштадте. Но какую именно, мне неизвестно. Думаете, медальон добыл именно Цетта? Это вам и предстоит узнать, агент Блажкович. Приказ таков – встретиться с бойцами сопротивления в Айзенштадте и прояснить ситуацию. Простите, что передохнуть вам не дали, Би-Джей, но вы с таким уже сталкивались. Больше посылать некого. Без проблем. Когда приступать? Немедленно. К путешествию все уже готово. Желаю удачи, агент Блажкович. Спасибо, сэр. Агент Блажкович, я из кружка Крейсау. Идемте со мной. Здесь вас могут обнаружить. Вокзал находится в режиме полной боеготовности.
Быстрее, сюда вниз. На другой стороне нас ждут агенты кружка Тейкау. На колени! Стэн! Нет! Где Янский? Я не понимаю, о чем вы говорите. Скажи нам, где он? Разве информатор? Я не знаю. Сын Янский в поезде. Нет! Я! На кружок Тейкау. Опередил нас. Генерал, это будет бедность. Поэтому мы должны найти американцев. Возьмите мое подразделение и отпустите то. Мое подразделение продолжит поиски здесь. Агент Блажкович, меня зовут Эрик Энгле. Я член кружка Крейсау. Давайте сразу на «ты». Слушай, у нас мало времени. Нацисты обыскивают станцию. Они откуда-то узнали, что ты здесь. Но мы пока не можем уйти. Сложилась уникальная ситуация. На первой платформе стоит поезд отдела спецопераций, в котором находится экспериментальное оружие. Я слышал, ты хочешь навести здесь шороху. Так хватай оружие со стола из отдела. А когда будешь в городе, сможешь пополнить боеприпасы и достать лучшее оружие на черном рынке. Я отметил его местонахождение на карте. Гуд, друг мой. Теперь идем. Поезд отдела спецопераций нас ждать не будет. Патруль идет. Это здание уже обыскивали? Не знаю. Тогда проверь его. Не показывайся им на глаза. Укрытие! Хороший выстрел! Джей, не стой столбом. Мы должны уничтожить поезд. Чего ты ждешь, Биджей? Нам нужно взорвать поезд. Биджей, не стой столбом. Мы должны уничтожить поезд. Посмотрим, хорош ли ты подрывник, Биджей. Взорви запертую дверь. Лежать! Ложись!
Сейчас рванет! Красным огнем! Граната! Держи! Граната! 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 Вперед! Только вперед! Укрытие! Помогите, я в ловушке! Все вперед! Прикройте меня! Молодец! Вон там! Я заряжаю оружие! Меня зажали! Вот поезд! Времени остается все меньше! Пошли! Все вперед! МГ-42!
уничтожим его! Биджей, ты должен прикрывать нас с помощью МГ-42. Осторожно! Проклятие! Что тут происходит? Почему погибли головы на поезд? Не волнуйся, он ранен, но я его вылечу. Встретимся на явке кружка Грейсау. Ее местонахождение есть на твоей карте. Агент Блажкович, следуйте за мной.